Сегодня мы расскажем о том, как можно дать вторую жизнь некоторым пищевым отходам и приготовить из них эффективные удобрения для малины. В нашем видео речь пойдет о пользе луковой шелухи и картофельных очисток. Опытные огородники уже давно перестали выбрасывать шкурки картофеля, ведь они знают, что этот продукт содержит не меньше ценных веществ, чем мякоть данного корнеплода. В составе очисток присутствует витамин С, натрий, калий, кальций, магний, крахмал, органические кислоты и глюкоза. Картофельная подкормка способна обеспечить нормальное протекание обменных процессов, повысить устойчивость к изменяющимся условиям окружающей среды, придать растению энергии, которая необходима для его роста, помочь образовать мощные корни и стебли, а также ускорить созревание урожая. Промытую и высушенную кожуру от 6 корнеплодов среднего размера заливаем литром кипятка, укрываем полотенцем и оставляем на сутки. Полученную жидкость процеживаем и используем для полива малиновых кустов. Луковая шелуха также является прекрасным помощником в огороде, благодаря содержанию витаминов, микро- и макроэлементов, кверцицина и эфирных масел и фитонцидов, она значительно укрепляет иммунитет растений, способствует их быстрому восстановлению после стрессов, защищает от болезней и изгоняет опасных вредителей. Один стакан шелухи лука заливаем ведром воды и оставляем в теплом месте на 4 дня. Готовый состав необходимо отфильтровать и внести малине под корень.